Всем привет, с вами Андрей, вы на канале Hobbit Wargamer, и в этом ролике вы узнаете, как легко и просто покрасить черную броню. Смотрите, как эффектно и в какой-то степени гримдарково это смотрится. Давайте начинать. Поверх черного грунта наносим черный цвет АТК. Наносим углубление брони и металлических элементов сильно разведенную водой коричневую краску от ГВ. Используем темно-синий от ГВ и делаем стандартные хайлайты по всей броне. Также в хаотичном порядке делаем черточки и пятна. Это будет основа для батл дамага. Первые высветления у нас будут русгрей. Обратите внимание на кисть, краски должно быть чуть-чуть. Аккуратно наносим линии и точки на грани брони. Финальные высветления делаем светло-серым от ГВ, Ultuan Grey. Нам надо поставить маленькие точки на самых выступающих частях брони, ну и, конечно же, на наших сколах. Вот все готово. Как по мне, выглядит очень эффектно. Вы сами видели, делается это очень легко. Даже есть такой налет гримдарковости. Меня прям очень радует такой вариант.
ролик подошел к концу. С вас лайк, коммент, хотите ли вы дальше. Гайды всякие разные, идей много, но все зависит от вас. Если будет активность, покажите, что вам это нужно. И мы обязательно все сделаем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей. Всем пока.